Я еще помню жизнь до войны. Были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Yeah.
Прикрывайте! Держись! Сейчас откопаю! Эй, это Артём! Артём? Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище! Они его, считай, подняли только. Возвращаюсь! Всем внимание! Нашёлся герой! Чё тебе нужно? С дороги! Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда! Что ждут? Вперед! Смотри, на станции. Опять Артём по поверхности шастал. Делать ему на руку нечего. Прикрути язык. Он же нас спасал. Князь, подожди. Куда дальше? Знаешь, как налево, контузило? Через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Ага, пусть учится защищаться! В метро слабакам не выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови! А, Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо... Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, остается. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? А сколько по-твоему можно нести под землей? Ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько у нас остается? 10 лет?
Сейчас уже... Я ушла из ордена и сама решаю, что делать. Артём! О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, подмите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, пардон, бродяга! Пардон, ну, сейчас устроим пир! Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там в госпитале, сестрички? Ну, ты да как всегда! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Ладно, все, разошлись! Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы, пора фильтры менять. Давай быстрее, нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Так что тут наверху жизни нет. В полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержала и ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Чёрт! Слышал? Фонарь потушили ко мне. Слышишь? Опять! Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Вот и стая. Ну что, устроим им фермопилы, спартанец? Или подождем, пока прибегут? Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили.
Здоровая была стая. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты. Держу. Артем, слышал? Вроде рычало что-то здоровое, но далеко. Ничего тебе не здесь! Не видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Что за черт? Артем, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом возится. Пойдем, давай с ним. Эй, запрыгивайте! Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды! Да Артем, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Герфас! Мог бы жить да жить. Поехали.
Ага, видать, стражи прорвались. Хана работничкам. Держи выход на мушку, если что, палишь, пали. Внимание! Включение поворотного круга. Собак убиваете! Ой, отведите его отдохнуть! Пусть проходит! Ты, козел старый, забрал уже своим нытьем! Если не заткнешься, отправишься в котлован! Смотри, если выйдешь, значит одумался! И что, больше никаких! Хуже будет. Понял? Не люди! Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так. Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. И конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте. О, Ермак, что, раскаялся? Эй, какого черта тут происходит? Опять автомат выбило, мать его. В генераторной, видать, не дочинили, товарищ сержант. Толку стоять тут? Не вставайте, здесь так будет тише. Пусть проверят. О, какой-то Ермак. Держите стены. Соображай, значит. Исправляешься. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Да точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Семён Михайлович, генераторная поломка похуже. Вам бы туда. Чего? Вот еще ты меня поучи, куда да что. Иди лучше здесь проводку проверь. Все, потом... Стойте! Давай, придется давай, вам иди, его вырубить, сумеете? Только не шумите! Че ты там бубнишь, а? Где надо, это блин? Я про себя не твое дело. Что ты вообще что ты тут взял? Он тебе такой завал еще разбирать. Эй, Ермак, пора тебе на свалку! Старый... Ничего! Выключите лампу. Охранять надо, тут ходят всякие прикольные гости. Так, идемте. Ну не факт. Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Отлично.
Пойдемте, скорее. Проходите, быстрее. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь. Удачи вам. Тебе хана, ясно? Вам всем тут не важно, что вы. Отец вам... Заткнись, я сказал! Когда узнаешь, что вы делали с Артемом, с этими гражданскими, это люди из других городов, да? Иду к нам в Москву. Они еще... Ты еще кто такой? Сыромяк! Тёма! Артём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю! На тебе, сука! Не дергайся! Внимание! Повреждение управляющего модуля! Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит! Аварийное отключение... Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Повышенная готовность. Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывает. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст, вывезу вас. А меня не знает, внимания не обратит. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. К начальству идти, конечно, не... Берегите себя. Ну где вы там? Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Видеть тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Хрен ее знает. Может, она не одна была. Шпионы, так и прут. Ищут вас, чуют гниды. Бабка старая там была, и какой-то задрот прыщавый. Пацан подъехал. Так тебе шпионы? Ага, и сами они такие дотопали. Вот спорим, вертушка их высадила. Что? Генераторы проверить послали кого? Кто отходит? Чья смена? А чего отходите? Прицел с вышки все видно. Крутится и крутится. Есть ветер, есть свет. Нету ветра, нет света. Идти туда еще. Только жопу морозит. Ты не спорь, Грей, враг не дрянь. Что это там за шум был? Надо посмотреть. Ничего, как обычно.
Эх, здорово тут. Курева только не хватает для полного счастья. Ну и такашка, пожалуй. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Нападающие предположительно все еще на территории базы. Тёма, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Артём, отлично. Мы внутри. Все, Артём, снимай противогаз. Так точно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет, там не Ермак под охраной. Так точно, Миха за ним присматривает. Ну, вообще... Группа А, доложите готовность. Группа Д, продолжайте патрулирование ангара. Группа А, проверьте двор и генераторную, потеряна связь. Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать. Вот, бля, угораздило с диверсией этой. Теперь, небось, еще неделю тут сидеть. А я и так месяц на поверхности просидел, кровью уже тьфу. И доктору надо. Слышите, охота, понятно. Кажется, он не чувствует. Это что там? Слышишь, какой хайп подняли? Вы пять. Ага, вы. А если это демоны, чё? Да будут они на демонов, да. Они как-то демоны, но это не Группа Д, отправляйтесь к ветрякам. Что такое? Вот тебе. Вот и слабо. Укрыть меня! Подождем, пока они уберутся. Повторяю, группе Д, немедленно отправляться к ветрякам. Группа Б подверглась нападению стражей. Прячься, прячься! Это тебе точно поможет! Я же тебя убью просто, только и всего! Ну, прячься, прячься! Все равно найду! Давай к Ермаку.
Молодцы вы, добрались все же. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база сбежаться может. Внимание! Тут противник! Еще охрана, отбиваемся! Смотрите! Вот он! Артём, быстрее включай поворотный круг. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Внизу! Ничего себе! Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть! Артём! Погожусь! Давай вместе! Еще немного! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались! База, взяли машиниста с двумя сообщниками. Прием! Понял, база, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артём! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артёма стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наконец! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка?
Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ там, в котловане, люди из других городов. И так, тут их всем всех, молчать! Всех женщин, потом детей. Объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения решать, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня. Орден своих не бросает. Если не будет, то кто? Кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артем, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем! Какого хрена? Черт! Догнали! Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! Жене! Ох, сука, сколько же на нем брони навешано! А пулеметов-то? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все знал и молчал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все, останавливаемся! Но тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушались. Есть. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы им только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артём? Он эту кашу заварил, ему и расхлёбывать. Артём, как притормозим, прыгай. То я этого пока отвлеку. Пластик! Давай, Артём, мы прикроем. Я! Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой! Кровь пилили! Врагу продался? Они нас дотла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Ха-ха-ха! Молодчина, Артём! Да, молодец, Артём. Давай дальше. Сближается! 13-то быть на чеку! Два
Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы избавляем ход! Тормоза не к черту! Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться! Поздравляю, теперь мы не просто предатели.